чувствуешь, когда ты берешь ее ручку? Мне приятно. Я это умела. Она может успокаивать. Я переведу сейчас тебя в другую сторону. Сюда. Здесь что-то произошло, но я поменяла свое поведение. Что она делает сейчас? Она обнимает. Она говорит, что все хорошо, что все будет хорошо. И как ты себя чувствуешь? Немного спокойно. А когда ты спокойна, то ты какая? Я не переживаю, я мне приятно, что она сможет меня понимать, что я смогу. Ты хотела бы ей что-то сказать или попросить ее что-то? Я хотела, что я люблю ее и что? Скажи. Я люблю тебя. И я бы хотела, чтобы такое происходило и такое продолжалось. Как ты можешь повлиять на то, чтобы это закончилось? На то, чтобы прервалось это все. Что очень важно такое ей сказать, передать, чтобы она понимала, что этого больше не надо. Что, если такое будет, то в будущем, возможно, все будет. И что просто мне это неприятно, я бы этого хотела и... Мы потеряем друг друга, правда? Да. Ей больно от всего происходящего, и больно будет, если это будет повторяться. И что, ну, я буду пытаться, чтобы такого больше не было. Осознаешь ли ты, что вы можете потерять друг друга? Да. Но я не верю. Что значит для тебя потерять друга? Когда ребенок не будет с меня, когда ее желание будет просто уйти от меня, оставить меня. Хочешь ли ты узнать, как это будет на самом деле? Или ты хочешь все-таки остановить? Я хочу остановить. Что ты можешь сделать? Это очень что будет процесс остановиться. Просто не продолжать таких вот делать, что скажи для меня что-то очень важное, что важно показать, что я попытаюсь все, чтобы такого не было и чтобы вести себя больше как такого не было. Я буду ее слушать, я буду прислушиваться, скажи мне, ее чувства. Я обещаю слушать свои чувства. Я обещаю слушать свои чувства, я обещаю прислушиваться к тебе. Стараться делать все, чтобы тебе не было больно, неприятно, страшно. Что-то очень важное сказать. Послушай вот это. Что-то очень важно. Что? Я люблю тебя и что я не хочу тебя потерять. Скажи мне, самое важное, что я сделаю в будущем.
что она нужна мне, и что я буду. Вы не будете потерять ее. Мама сказала, что это очень важно. Мама сказала, что она что-то чувствует, когда ты пришла. Мне приятно это слышать, и мне приятно, что она очень меня потеряет, что она хочет быть со мной. Теряется всегда, когда ты это осознаешь. Пропадает тяжесть, пропадает тяжесть, например. Представь себе, как будто между тобой и мамой из твоего сердца в ее сердце и наоборот, в ее сердце, в твое сердце. Такая золотая ниточка протягивается. Из ее сердца в твое, через эту золотую ниточку к тебе идет все то, что тебе необходимо. Для того, чтобы ты чувствовала себя любимой, желанной, нужной. Умный, красивый. Через мамино сердце, твое сердце идет поток всего того, что тебе необходимо. Я чувствую, как сюда проникает любовь, тепло, забота, нежность. Ощущение того, что ты нужна, важна. Через этот золотой поток ты наполняешься всем, что необходимо тебе в жизни. Радостью, счастьем, хорошим настроением, энергией, силой, верой в себя. Еще один вдох. Это было 7 лет. Что здесь происходит? Как тебе сегодня? Мама. Рядом. Все очевидно. Все хорошо, все. Ну, мне приятно, мне тепло бы снова. Сегодня было утро. Несколько часов назад что-то происходило. Что ты думаешь об этом? Я думаю, что все может быть хорошо, для этого мне нужно разговаривать с мамой, но мне сложно это делать. Научиться говорить с ней нужно, да? Да. Научиться говорить и так, чтобы она меня слышала и понимала. Что ты чувствуешь по поводу того, что уже было сегодня утром, что уже завершилось? Неприятно все, что происходило, но я понимаю, что, возможно, это единственный выход, хотя... Правильно, я понимаю, что это был способ еще и отстоять себя вот так вот общаться. Да. Пойдем. Открой глазки. Что у тебя сейчас в руке? Конечно, я была подавленность. А сейчас? Да ничего, наверное. Ну, я, честно, тоже не вижу. Поэтому уже опустить ее. Хорошо. Скажи, было бы тебе интересно заглянуть чуть-чуть вперед? Да? На какой период времени хочется заглянуть вперед? Ну, может, ближайшие 5-10 лет.
Ты что за какие-то квантовые скачки мне хочешь сделать? Давай так вот, мы с тобой как-то поскромнее. Я, конечно, понимаю, что фантазия это дело такое, но я за тобой не угонюсь, возраст не тот. Давай так вот поближе чуть-чуть, давай. Ну, хотя бы узнать, что будет после того, как я вернусь домой. После что-то... конца света. После того, как ты сегодня вернешься домой? Ну, это когда я вернусь домой, когда я поговорю с мамой, что будет дальше. Это когда? Сегодня или завтра? Или когда? Или там вторник? Или когда? Когда? Сегодня, наверное. Сегодня? Да. Закрывай глазки. Делай столько шагов вперед, сколько ты считаешь необходимым для того, чтобы сегодня свершилось. Ну, наступил вечер, да, вот все, там, уже после разговора. Что? Я... Мне было сложно разговаривать с мамой, мне было сложно что-либо решать, но сейчас я хочу, чтобы мама поняла меня и... выпустила из-под контроля, что... Ты поняла, что сложно. Я не могла ей сказать, чего я на самом деле хочу. Тебе нужно научиться говорить с ней так, чтобы наговорить с ней о том, что у тебя беспокоит на самом деле, да? Да. Угу. А что будет, если ты будешь это делать? Если говорить все и всегда и сразу, то как она есть на самом деле, да, не пытаясь там заботиться о том, чтобы она тебя правильно поняла, а говорить так, чтобы она тебя поняла. Она не поймет. Она увидит, что она увидит какие там проблемы или еще что-то, но она. А как еще можно себя там вести? Не говорить ей, но это тоже не выход. А делать что? Делать все, чтобы не было проблем. Как это можно сделать? У тебя есть свои границы? Ну, представление о том, чего тебе хочется, чего не хочется. Есть. Вы обсуждали это с мамой? Да. А она приняла твои границы? Нет. А что нужно тебе, чтобы она приняла твои границы? У тебя есть все те внутренние ресурсы, о которых мы говорим. Уверенность в себе, любовь, у мамы на том числе, сила внутренняя, вера в себя. Что нужно сделать, чтобы она приняла границы? Четко я сказала, что я... чего я хочу и что по-другому не будет. Научиться четкости, четко выражать. Да. Или четко сказать. Четко выражать, чего я хочу и что. Не говорить о том, что, ну, возможно, я бы хотела еще так, а выбрать, чего я по-настоящему хочу и сказать, что по-другому я не хочу. И тогда будет что? Тогда она будет видеть, что ничего уже изменить нельзя, что либо так, либо... мы опять друг друга потеряем. Смотри, мы сейчас делаем с тобой маленький шаг, но это будет означать, что прошла неделя после того, как ты научилась четкости. Угу. То будет что? С мамой взаимопонимание. Мама может... Все что угодно, только папа не может быть. Спасибо. Пойдем. Вот такая у нас Катя. Катя, прости, пожалуйста, переименовала тебя в принцессе. Ксюша, смотри, есть, мы даже с тобой в твое зачатие не пошли. Есть настоящее, есть рождение, есть твое будущее. Есть много переживаний, опыта, связанного с мамой, с твоими там сестрами, близкими. Есть какое-то понимание о том, что этот опыт для тебя значит и как ты его проживала.
Скажи, пожалуйста, что сейчас ты думаешь про себя в отношениях с мамой, про то, какой тебе быть в отношениях с мамой, и какие ощущения ты испытываешь от того, что результат получишь? Ну, все четко выражать свои желания, чего я хочу, что либо так, либо никак. Отстаивать свои границы, да? Да, отстаивать то, что вот